Поскольку я болел, поэтому выпуска в Battle TV не было. Сегодня я расскажу о своем проекте «Тойнопарт» и о том, что проект «Тойнопарт» требуется надежный соло-гитарист и барабанщик со своим картоном. Вот. Потому что были собраны люди, но они несерьезные оказались. Соло-гитарист вот нормальный вроде играет, да? Но почему-то пропал с радаров. Играли, все нормально, все отлично было. Ну, я так думаю, что сегодня 15 марта, а он пропал с 1 марта, вот. 1 марта не пришел на репетицию. Не позвонил, ничего не сказал. Короче, исчез. Хлопец. Я так думаю, что он испугался этого фейка, который сейчас охватил весь мир, блин. И из-за которого карантин, вот. Ну, что ж поделаешь. В принципе, мне, если такое дело карантин, то мне нужны студийные музыканты. Басист у меня есть, два вокалиста есть, скрим-вокалист и рул-вокалист, вот. Как бы... Мне нужен соло-гитарист, в принципе, и барабанщик. Ну, барабаны, в принципе, для живых выступлений, в принципе, так мы можем и сами забить барабаны для записи. Это не проблема, как бы, вот. Поэтому, Саня, Саша, если ты меня слышишь, то возвращайся. Будем студийно записываться, и тебе этот фейк не грозит, ни ты им не заболеешь. Вот, нигде мы выступать не будем, раз карантин. Вот, в следующем выпуске либо обращаюсь к тебе, нормальному соло-гитаристу, приходи в штат группы «Тойнопарт» и будешь также в Егеване еще играть на соло-гитаре. Вот. Будет два проекта, да. Сейчас мы тоже пишемся уже. Егеван уже записана ритм-гитара. Тема называется «Опомнись, человек». Вот. Стихи написал, ну, не буду называть пока кто. Вот, сейчас пишутся барабаны, потом будет записан вокал и оля. Ну, еще, возможно, соло-гитару на вторую, а возможно и без. Флейта будет записана и, возможно, бас-гитара, да. Вот, будет сингл Хигевальда, да. А «Тойнопарт» пока что мы ничего не пишем. Вот, нормальный же соло-партия. Типа и малыш она получилась. Че он сбежал, непонятно, чувак, а? Взял и сбежал. Ну, не знаю почему. Репетируем мы на точке B52, где будем репетировать в той же комнате, где репетирует известная Metalcore банда Barry Jam. Вот, привет пацанам, привет другам, всем привет, всем металлюгам. Вот, так что обращаюсь к барабанщику, мне нужен барабанщик со своим карданом, и соло-гитарист нужен, да. Либо, Саня, возвращайся, не бойся, это все фейк. Если объявлен карантин, и никто выступать не будет, так что ты нигде не заразишься. Будем играть, записываться в студии на расстоянии. Благо, интернет есть, и сейчас можно писаться дома. Вот у тебя звуковая карта нормальная. Вот, и скинешь тогда свой материал. Там уже сведем потом, отнесем в студию. Все, пока-пока. В следующем выпуске я расскажу о своем альбоме «Rebirth», переиздание «Repressed Тойнопарт». А потом в следующем выпуске я расскажу через 2 недели о альбоме «Star Rubicon». Да. Ну все, подписывайся на мой канал, ставь лайки. Кстати, 2 промо-записи ты можешь уже сегодня послушать. Ссылочка сейчас появится в правом верхнем углу на этот альбом. Можешь послушать его.
в ознакомительных целях. И сейчас появится ссылочка на этот альбом. В верхнем правом углу тоже можешь послушать для ознакомительных целей. Все, пока-пока. Так, каждый диск стоит по $5. Thank you.